Итак, первая игра чемпионата у нас. Как сыграли, Артем? Нормально. Какой счет? 9-0. Ну, забили вы? Да. Ага. Пропустили? Нет, я прям читал. Хорошо играли? Ну, как вы думаете? На восьмерку. На восьмерку. Ян, первая игра чемпионата. Хорошая. Второй тайм поставил я на ворота. А, поменяли вот так. Много полили. Так, ну вы пенальти сделали? Да. Да, ну вы красавец. Так, самый сильный удар у нас в команде. Наверное, забили? Да. Все, красавец. Выиграли и забили. Ну вы хорошо играли? Да. Ой, молодец. Ну сколько забили? 3. Случайно, наверное? Да. Да? Ну хорошо. Дань, сколько забили? 2. 2 забили? Как свою игру оцениваете? Хорошо. Ну все, молодец. Так. Сколько забил-то? 2. 2 гола всего? Да. А момента сколько было? Я не знаю. Не знаю. Ну, все здорово. Пашенька. Хорошо сыграли. Особо соперник. Ну, Кирюш. Хорошо сыграли. Где играл? Везде. Ну все, с победой вас, молодцы. Спасибо.